В Белгороде отметили Всемирный день православной молодежи. Центральной площадкой праздника стал студенческий дворец культуры технологического университета. Молодых людей пришли поздравить представители духовенства, а также руководство города и области. Подробности в сюжете. Праздник начали с торжественной церемонии награждения победителей конкурса рисунков и декоративно-прикладного творчества «Мой Бог», посвященного 350-летию Белгородской митрополии. В этом году заявки на участие подали порядка 1000 школьников со всего региона. 50 лучших работ разместили на выставке в холле студенческого дворца культуры «Технолога». Старания 9 авторов были отмечены дипломами и памятными подарками. Сегодня праздник Сретения Господня. Сегодня мы празднуем встречу человека с Богом. И сегодня мы радуемся тому, что Бог нас всех, как любящий отец, принимает, и Бог нас всех благословляет на добрые начинания и на творчество. Я от лица Белгородской митрополии хочу поприветствовать всех, кто принял участие в этом конкурсе. Было очень приятно получить такой подарок, грамоту, вот такие праздники, Сретение Господне и День православной молодежи. Свою работу я рисовала как раз именно для молодежи, потому что в последнее время проблемы нравственности меня они тоже волнуют. И своим рисунком я хотела, чтобы люди задумались о том, какие проблемы в настоящем мире, то, что надо быть добрее. Почетными гостями праздника стали представители духовенства, первые лица города и области. И я вижу, что вы уже сегодня, присутствующие здесь, свой путь правильно наметили, ведете траекторию этой жизни по правильному маршруту, искренне верю в то, что, состоявшись, вы будете формировать элиту нашего общества, от вас будет зависеть его будущее. Я искренне хочу в это верить. Хочу вам этого пожелать, и все мы на это надеемся. Среди зрителей в зале – молодые активисты. Андрей Чесноков, начальник управления молодежной политики региона, призвал всех принять участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов, который в этом году будет принимать наша страна. Ожидается, что осенью в Сочи приедут более 20 тысяч человек из 150 стран мира. Наше с вами сегодняшнее собрание, оно является посылом к участникам этого фестиваля, и я уверен, что многие из вас тоже смогут принять непосредственное участие в таком замечательном событии. Искренне надеюсь, что все мы с вами будем трудиться на благо нашего родного святого Белогорья и что каждый из нас сможет внести свою лепту в развитие нашего края. Концертную программу открыл митрополичий хор. Затем на сцену вышли творческие коллективы из Москвы, Костромы, Саратова и Белгорода. Всемирный день православной молодежи по традиции проводят в день Сретения Господня. Сретение переводится как «встреча». Это символ встречи души, жаждущей света и истины с Богом. Праздник отмечают не только в России, но и в дальнем зарубежье. В Сербии, Болгарии, Греции и ряде других стран. В Белгородской области нынешнее празднование станет уже 23-м по счету. Диана Галидинова, Александр Поддубный. К этому часу Белгород.